Лужница по налогам, долг свыше 100 тысяч рублей. Ну, конкретно 108 тысяч рублей. Транспортный налог. Производство возбуждено с 2011 года, то есть за каждый год. 2011, 2012, 2013 и так далее. Должник у нас по адресам не проживает, длительное время находится в розыске. Также в розыск было объявлено имущество должника, вот транспортное средство, которое мы, собственно, арестовываем. Ну и с изъятием машинка у нас на спецстояночку. К ней в адрес мы выходили неоднократно по всем известным адресам. Дверь не открывает, и либо вообще не живет, говорят соседи. Поэтому где она находится, нам неизвестно на сегодняшний день. 10 дней у нее в любом случае есть для погашения долга. А там, да, на реализацию будет передаваться в счет погашения долга.